Но сегодня ситуация в Жанаузене меня, допустим, несколько тревожит в том отношении, что сегодня не выполняется то, что говорили и руководство страны, и правительство. Нет миграционной политики, оттуда люди не уезжают, их становится все больше и больше. Нефть когда-нибудь закончится. А люди, которые сегодня связывают свое будущее с нефтью, будущее с местным производством, оно не может. Сегодня, я всегда говорю, страна большая. Нақ көшпейсіндер. Мен ұзаққа барғанда, өзімнің жерлестерімізбен бәрімен солай кездестік. Оралман ағайындарымызбен. Мен айттым, нақ отырсыңдар осында? Қарағандыға көшпейсіндер ма? Қызылордаң бар, Шымкенттің бар, Қостанайың бар. Бәрің үйіліп жүрсіңдер бір жерде деп. И сегодня эта проблема не решается, становится все больше и больше. Рабочих мест будет меньше, потому что сегодня с приходом научно-технического прогресса, скажем так, да, новых технологий добычи нефти, там, скажем, газа, новых так сказать, методов добычи урана и прочее, да, будет сокращаться рабочие. Это нормальное явление в любой стране. Будет сокращаться рабочие места. И людям надо сегодня правду говорить, как им дальше быть завтра. Поэтому ситуация в Жанаузене меня сегодня не устраивает. Там есть свое родство. Я понимаю, что они приезжают, по-русски все друг за друга держатся. Я разговаривал там с молодежью, встречался. Я говорю, на год сандарусында. А я быстро хабарганда, басқа облыстар хабарганда, бізді көрсі түсінбейді, бізді көрсі қабылдамайды. Вот есть проблемы, которые мы сегодня не должны замалчивать. Некоторые молодые люди просто боятся выезжать в другие регионы. Им кажется, что их там не принимают. Поэтому они сейчас живут анклавами своими маленькими. И это должна быть проблема страновая.